Я бывший унтер-офицер старой армии, родился в станице Платовской Донской области 1904 года. Служил в кавалерии, и тогда российские рабочие и крестьяне подняли знамя восстания против помещиков и фабрикантов. Я приложил все свои знания и опыт, начиная организовывать в 1918 году небольшой отряд свой состоящий из казаков и крестьян. С этим отрядом я самоотверженно бился в Тайском округе предводителем контрреволюционных войск генералом Мамонтовым. И в конце 18-го года я влил в свою конницу 10-й Красной армии, командовал ею и победоносно очистил от врагов контрреволюцию весь Донецкий бассейн и Кубань, добравшись до отрогов Кавказа. Начиная от Воронежа, мы гнали врага, занимая город за городом, Валуйки, Бухен, Старый Новый Оскол, Ростов-Дон, Майкоп и другие города. По пути своем, разоряя контрреволюционные гнезда и полчища, моя конная армия всюду встречала радостные приветствия освобожденных рабочих крестьян. Товарищи, кому дорога свобода, Россию, и смей смыкайте ряды конницы, и мы сумеем встретить взорвавшимся врагам надолго внушить, что такое красная конница. Да здравствует Красная конная армия, да здравствует руководитель той Красной армии, товарищ Родин.